Рассада замерзла. Сегодня, вот видите, что случилось? Помидоры. Оставила. Третью ночь. Две ночи ночевали. Эти я сегодня принесла из дома, из квартиры. Еще оставлю. Пусть эти замерзают. Канна. Один листик замерз. Два осталось. Здесь хлебосольная. Замерзли, я их пересадила в большую. Они у меня замерзли. Перец замерз. Цинния. Два осталось. Один замерз. Здесь перец тоже один замерз. Один остался. И эти два помидора тоже остались. Не замерзли. А вот один вот этот замерз. Один остался. Эти три тоже замерзли. Огурец выжил, не замерз. И хризантема стоит. Не замерзшая, нормальная. Как мороз тут был, не знаю. Помимо этих. Эти выжили, эти не выжили. В общем. Вот такая случилась неприятность. Вот что значит лень-то делается. Неохота было заносить в дом. Понадеялась, что третью ночь нормально будет. Две ночи нормально ночевали, а на третью замерзли. Сегодня было ночью минус 5, а те ночи были плюс 1. Минус 4 было. Две ночи. А эту минус 5, все, им хватило. Да еще теплица плохая. Ее неправильно сделали, везде одни дыры в щели. Вот ходишь-ходишь. Два месяца ходила-ходила, поливала, пересаживала, пикировала на два раза, поливала, рыхлила. В общем, холила и лелеяла. И вот что получила взамен. Ну, ничего не поделаешь. Плачь, не плачь. Сама виновата. И надо было домой заносить. Вчера начала копать. Сегодня буду еще копать. Сначала для картошки, потом для морковки и остальные грядки. Кузя. Рядом.
устал. Я тоже устала. Сейчас брошу. Сейчас пойдем. Сейчас пойдем. Я вот тоже устала. Молодец. Кузя молодец. Рядом идет. Ко мне, рядом. Все, устала. Алла. Хотела до конца закопать. Сил нету. Накопала штук 20 или 30 червяков. Кто рыбачит, могу отдать. Приходите помогать копать. И будете червяков много. Жирные такие. Что с ними делать, не знаю. Полить водой. Земли насыпала. Что, воды еще налить им? А то засохнут. Не знаю, что с ними делать. Так что, кому нужен работник? Видите, как я быстро работаю? Особенно с помощью Кузи. Кому нужен работник, пишите в комментариях. Мы придем, скопаем и червей насобираем. А сейчас пойду чай пить. Хватит, завтра докопаю. Сегодня только 5-е. Еще надо... Пенсию получила сегодня, надо еще идти по магазинам, закупиться. Силы надо оставить. Луку зеленого сорвать. Лук появился, сейчас луку сорву. А это червяки в темное место поставлю, в тенечек, и полью водичкой. А куда же место-то? Вот сюда поставить. Здесь тоже солнышко будет. Вот сюда поставить. Ну все, сейчас водички полью. Пошла чай пить. Кузю сейчас пересыплю. Он мне только мешается. Запутается, бегаю его больше того времени. Распутываю, длинную цепь прицепила, двойную, две цепи ему. А чучи взяла, 7 или 8 метров. Сейчас опять на короткую посажу, 5 метров. Там ему жарко, пить хочет. Он там костей насобирал, закопанных, грыз. Пить хочет, наверное, сейчас пойду его перецеплять.